То есть вечные 2% дерьма. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть, считают, что они могут портить людям праздник. Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять? Светлана Сагайдак – это воплощение не только очень умной профессиональной женщины, но и очень красивой, которая еще раз доказывает, что вот сила России в женщинах. Греф в этом плане абсолютный пионер. Это пионерное мышление. Герман Греф, конечно, очень тонко над ними, над всеми стебался и делал это абсолютно правильно. И вообще, конечно, было забавно смотреть, как они встают и отчитываются. Но ведь реально Сбер уже давно не банк просто. Реально, Сбер же давным-давно высокотехнологическое, сервисное, как угодно что назвать. То есть Греф в этом плане абсолютный пионер. Это пионерное мышление, это стремление как можно больше изменить, чтобы число итераций было сравнимо с крупнейшими софтверными компаниями. И меня удивил уровень банкиров в Европе, которые работают вместе со Сбером или на Сбер. То есть это высочайший профессиональный уровень. Потому что в стране, когда любой возникает внутреннее недовольство, все бегут в Сбер. Ну, это правда. Потому что надежнее, чем Сбер, ну, это правда. По определению никого. Страна рухнет, Сбер останется. Абсолютно. Просто никто же никогда не ждал, что слон научится танцевать. А я смотрю, что Сбер становится таким ужасно продвинутым. А какой вы нежный Сбербанк, потому что дорогой и дали нам кредит, и ощущение, что проценты высокие. Да, а мы скажем, какой вы заботливый за то, что дали нам кредит. Как я понимаю, у вас в этом плане хорошо, теперь можно из космоса провести оплату, как было продемонстрировано, когда космонавт оплатил налоги прямо из космоса. Пригласите, я и так из Сбера практически не выхожу, много друзей регулярно захожу. I like this beautiful